Грувей. Всем хай! С вами Йоджин, и мы сегодня будем с вами снова весело играть в Грейни. Первая часть. Никаких сдаваться, никаких отступать, друзья, никаких. Мы с вами договорились, что мы пройдем эту игру, но придется это делать на харде, потому что я обещал. Понеслась. День первый. А, бабуля? Бабуля, это ты сделала со мной? Как будто я здесь первый раз, кого я обманываю. Я уже знаю все, надо покинуть этот дом. Значит, у нас такая тактика. Хоп! Да закрылись. Она зашла. Вон стоит. Я вижу ее через щель. Вижу ее тупую морду. Че ты ржешь? Она зашла вглубь комнаты. А там меня нет. Она узнает, что там меня нет. И все. Начнется охота. Она заподозрит. Она кинула мне под подушку капкан. Сейчас самое главное — это взять Мишку. Мы сейчас с вами пойдем по самой той старой, унылой, но работающей тактике. Давайте выйдем, посмотрим, где она. И свалим. Ты не можешь знать, что я здесь. Ты не можешь, я закрыл дверь. Бабка, играй по правилам. А, хорошо. Она играет по правилам. Я уважаю это в ней. Уважаю. Что она делает там? Слышите? Не могла, видимо, ручку ухватить никак рукой своей. Бабка! Где? Сволочь! Валим. Все, 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 смогли. Оп! Есть! Давай сюда, Мишка. Жирок, ты опять будешь пользоваться мной, чтобы добиться своих целей? Конечно, Мишка. Я эгоистичная тварь. А ты будешь страдать, мне плевать. О, часть шотгана. Отлично, она ушла. Побежали! О май гад! О нет! О нет! Я так и знал, что мне запорит все. Ну вот это вот, конечно, совсем. Она просто издалека, свысока на меня ударила. Свысока. Я не гарантирую, что я сегодня пройду. Все-таки это хард. Блин, не взял. Промахнулся. Ну ладно, хорошо. Какой там... Тише-тише! Скорее! Блин! Брошь. День третий, ладно, сливаю быстро. Надо взять тут карбюратор. Или что там было? Не карбюратор там был, Женек, не позорься, ты же мужчина. Тоже разбираться в машинах. Как эта штука называется? Батарея, аккумулятор, вот. Здесь хранись, Мишка, сюда. Ха, Женек, так тебе и надо, тебя два раза уже грохнуло. А знаешь что, это я предложил ей капканы там кинуть. Мишка, он стратег еще, оказывается. Он под собитие решил. Ну что, я из тебя пух весь вытряхну. Зачекаем вот здесь, пока ее нет. Ух, спаркпляк. Она в ту сторону побежала. Нет, нам это не хорошо, нам это не надо. Мишка, иди сюда, зови бабку. Не буду звать. Ну зови бабку, мразь. Бабка, иди сюда, бабка. Сейчас весь пух вытащу из одного места у него. Ладно, я блефовал. Можешь идти. Шарить, шарить. Казалин. Вот это убрать. Окей, пойдемте на улице шарить. Тихонечко вот так вот. Хорошо. Мы здесь, что тут есть? Арбуз. Арбуз. Прямо сразу. Как удобно. Ах, черт подери, как удобно. Ключ от домика. Пойдемте с Мишкой, надо пообщаться. Ой, блин, звук страшный. Мишка, зови бабку. Не буду звать бабку. Я сказал, зови бабку. Бабка, иди сюда. Вот так-то. Мне лучше прийти прямо сейчас, потому что Мишка... Все, хорошо, на. Кукольный домик. Отлично. Ой, погодите, надо свалить отсюда. Давайте сначала весь дом. Да, весь дом обследуем, а потом уже пойдем вниз в подвал. В самый страшный подвал, я про него говорю. Мишка, под медвежий капкан угодил. Черт, теперь я не могу его взять. Черт. Опа, я все равно не могу его взять. Идет. А мы тем временем резко в подвал. Что здесь есть? Черт, тварь. Вот эта мразь. Чертов бампер, ты почему ты это сделал? Ты меня запорол. Окей, попробуем выйти. Окей. Тихонечко. Так, это тоже, наверное, дверь отвалится. Стоп, сначала... Вот, хорошо, забрали. Открыли. Что это? Ничего не работает. Я так и знал. Зачем я это сделал, если это знал? Надо бы как следует посмотреть весь подвал. Весь. Какой нужен ключ здесь? Padlock, окей. Что? Мы можем в машину сесть? Тут ничего нету. Взять. Канистру надо взять. Куда обычно машинам бензин заливают? Где дырка? Где бензобак, я не понимаю. Может быть, сначала бензобак надо вставить, прежде чем заливать в него бензин? И вообще, здесь есть бензобак?
Все, встала. Пошли. Она не замечает меня, когда я так выбегаю. Надо прошарить второй этаж. Ничего нету, ничего. Вот мы и оказались здесь. И не пришлось падать вниз. Все максимально безопасно. Скорее. О, громко. О, громко. О, блин. Мама. Вот теперь пришлось здесь тусить. Че она елозит там? О боже мой, как страшно. Она там где-то, да? По лестничной клетке ходит. Все, она ушла, получается. Окей. Блин, ну какой дурак фотограф сказал ей улыбнись на этой фотке. Что это? Батарейка? Впервые вижу. Теперь надо очень тихо. Очень тихо. Отсюда убраться. И вернуться к Мишке. Что это? Кусок мяса кинула. Думаешь, меня этим купишь? Сюда вниз. Срочно, срочно, срочно. Все. Нормально. Мой план побегать наверху. Она мне не дает никак. Все. Хочу бегать. Бабка, я буду бегать наверху. Все, гоу, 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 гоу. Спарк-плаг здесь находится. Надо не забыть об этом. Постоянная боль. Постоянно. Я не могу. Я самый тихий стелс-мастер во вселенной. Я аккуратненько подхожу. О, cutting pliers. Заберу. Я не помню, правда, для чего они нужны здесь. Для чего же cutting pliers? Что я ими катил? В подвале. Ты тварь, бабка. Ты тварь. Мишка, видишь, ей плевать на тебя. Я и не знал, что она такая тварина. Ну, а я тебе говорил, Мишка, а ты все за нее. Зачем ты пригался? Ладно, Женек, я тогда подскажу тебе. Что делать? У тебя как-то голос меняется. Потому что ты не знаешь, как меня озвучивать. Ну да, правда. Ладно, какой у нас план? Берешь меня и тащишь вниз, как обычно. Ничего не поменялось, идиот. Ты что, не можешь ничего сделать без указки? Не могу. Мне нужно, чтобы кто-нибудь командовал постоянно. Трудно быть самому по себе. Бежим. Оп. Теперь нужно забрать все остальные предметы и сюда принести. Все, мы все предметы принесли, что нашли. Дай 5 Мишуни, отлично, работа. Да, давай, Женек, и... А, иди в жопу. У меня нет времени с тобой тут играться. Кажется, это оно. Это оно. Пойдемте поставим аккумулятор на машину. Есть. А и сразу кусок шотгана пихнем. Есть. Поскольку мы все это сделали, нам теперь надо идти наверх. Самое неприятное место. У нас нет выбора. Вот тумба. По-моему, здесь тоже есть. Что это такое? Кусок двигателя? Беру. Того и гляди, я сегодня уеду от нее. Куда тебя вставить? Сюда, что ли? И все. Нужен спарк-плаг. Это есть, это есть. Все складывается так, словно мы реально уедем. Бабка, я сегодня уеду. Вот, теперь нужен гаечный ключ. Давайте хромые ножки, пожалуйста, не издавайте звуков. Шагайте мягко по полу. Тут новый паркет, он не должен скрипеть. Да сволочь! Черт, бежим! Беги, Евгений! Пожалуйста, ты очень быстрый. Ты спортсмен, олимпист, олимпиец, точнее. Какую чушь я несу. Ты молодец. Да. Друзья, мы все с вами настоящие чемпионы, олимписты. Нам далеко до олимпийцев. Но если вас вдруг будет спрашивать, ты вообще спортом занимаешься, ты говоришь, да, я олимпист. Он такой, олимпиец? Нет, есть олимпиец, а я олимпист. Поверь, в моей жизни очень много спорта. Моя жизнь пропитана им. И спорт в моей жизни превышает. Бабуль заценила мою шутку. Что это? Мясо. И? Что это? Кусок шотгана. Какие возможности перед нами открываются сейчас? Тут всего, блин, 3 патрона. Я не уверен, что стоит тратить. Пойдемте. Аккуратненько. Вообще бесшумно пробежался. Ничего. Что это? Специальный ключ. Еще микроволновка осталась открыть. Тут еще, конечно, осталось мясо. Тоже надо будет. Шестеренка. Так. Теперь надо забрать кусок мяса. Только куда его деть? Для вороны и для паука. Для вороны. У нас есть средство для паука. И это немножко свинца. Пауку свинца, а вороне свинину. Сюда нельзя. Блин. Хорошо, мы выяснили. Эмпирическим путем, что мясо только пауку. Так, мы с кухней закончили. Нам осталось еще ванная. И потом пойдем наверх. Пожалуйста, скорей. Так. Ни хрена нету. Она срала кровью. Вообще ничего нет в ванной.
Черт побери! Черт побери! Фух, миновал опасность! Миновал! Скорей! Да. Страх! 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 Папка, не надо! К этому нельзя привыкнуть! Мишка, нельзя к этому привыкнуть! Как и твоему швырянию меня бабки под юбку постоянному! Просто закрой глаза! Ключ вставил! Отодвинул! Отодвинул, блин! Да, я здесь пока не буду рисковать с этой штукой. Лучше потом. Откроем дверь. Нужен молоток. По-моему, тоже были патроны, надо убедиться. 3 патрона. Где она? Черт! Пожалуйста, успей под кровать. Успел. Попробуем по-быренькому. Хорош. Так и надо. Прямо так. Да что я все роняю? Это кусок мяса. Стоит ли его туда тащить? Это приманит паука. Но это его никак не убьет, потому что оно же не отравленное какое-нибудь. Просто берем ружье и бежим. Грохнем этого паучка. Есть! Come to me, бабка! Все, подохло на минуту. То, что я искал. О май гад. Хорошо. Еще один патрончик. Друзья, теперь настало время для нашей рубрики «Поддержи малого», где мы оказываем информационную поддержку малому и среднему бизнесу России. И не перематывайте, потому что это важно и займет всего лишь минуту от видео, и может быть вам даже что-нибудь там приглянется. Первым в сегодняшнем списке будет художник и иллюстратор Уверенно Арт. Рисует портреты, обложки для треков и иллюстрации. Печатает картины на холсте. Работал с пабликом «Рифмы и панчи». Имеет множество отзывов как по России и СНГ, так и за границей, в Америке и в Европе. Обещает вам сочный и стильный арт в кратчайшие сроки. Хутор Сарамяки. Это база отдыха и фермерское хозяйство Карелии на берегу Ладожского озера. Приглашает гостей в свои уютные коттеджи. Угостят своими и соседскими фермерскими продуктами. Предоставляет на прокат лодки как для рыбалки, так и для любования красотами ладожских шьер. И завершает наш сегодняшний список школа вокала Зои Павловой. Школа находится в городе Улан-Удэ и существует с 2011 года. Обучает вокалу людей любого уровня подготовки. Устраивает квартирники и концерты, даже онлайн. В этой школе вас научат не только петь и держать микрофон, но и раскрепоститься, расслабиться и найти себя. На сегодня это все. Если вам что-то вдруг приглянулось, то ссылки будут в описании. Ну а если у вас или у ваших знакомых есть свой собственный бизнес, и вы считаете, что наша информационная поддержка может быть для вас полезной, то заходите на наш сайт, заполняйте форму, и мы расскажем о вас в следующих видосах. Спасибо большое за внимание, а теперь снова переходим к видосу. Срочно. Чё за нафиг? Батарея нужна, понятно. Какие-то прогрессы, друзья, я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Наверное, это вот больше нам ничего и не надо здесь. Может, еще бампер прикрутить задний? Нужен, блин, ключ от машины. А здесь у нас что должно быть? Отвертка. Мы можем взять ружье. Придется потратить еще один патрон. Вот эту штуку сбить. Потом подберу. Надо отвлечь бабку. Это самое важное. И придется еще один патрон просадить внизу. Там же тоже есть эта цель. Мишень, в которую мы можем попасть, и дверь откроется. Вот что это такое? Есть. Что это? Padlock key. У нас 2 их целых. Давайте сначала дверь. Нормально. И здесь. Все. У нас типа гараж открыт теперь. Что, попробуем сделать это? Давай, пожалуйста, без промаха. It's okay. Сдается мне придется потратить последний патрон, который аж наверху. Мне придется потратить его, чтобы убить птичку. Бабка затихла. А значит, пора. Странно, что она именно затихла. Почему я не слышу, как она куда-нибудь идет? О, хорошо. Она ведь не сюда спускается? It's okay. Так. Please trap. Вот он, прогресс. Видишь прогресс, ты? Она идет сюда! Потому что я уронил череп. Ах ты, череп, а. Друзья, пробуем очень тихо, очень аккуратно проникнуть на задний двор Бабкин. Крутилка Боб, я буду тебя называть. Приготовься крутануть мне что-нибудь полезное, чтобы меня продвинуть, пожалуйста. Это молоток, я вижу его. Вот сейчас начнется самый экшен. Мы получим доступ в ранее недоступные места. Это какие, кстати? Да их тысячи. Первое место это вот это. Какое сраное говно, что происходит, блин, очень громко. Все, меня сейчас запорят нафиг. Аккуратненько заходим, а там у нас... Так. Ага. Что это? Хрен его знает, что это такое. Какой-то тетрис. А для чего он мне? Я не знаю, блин, для чего он нужен. Ладно. Потом. Я
просто нахрен отшвырнул его. Сейчас будем молотком работать. Это бы сделали. Режем здесь. Больше ничего. Осталось-то совсем чуть-чуть. Пора идти наверх. Почему бы сразу не побежать за Катей плеерами? Я за вами пришел. Что, все наверху? Все. Кстати, пока я бежал сюда, я увидел еще 3 патрона от дробовика лишних. Как раз для меня. Кстати, аккуратно. О, блин. А как я испугался. Теперь надо аккуратно. Без скрипа. Встали? Смотрим. Отлично. Ты как плохо падаешь. Я сейчас. Кто-то кидает. Лови ручку. Вот, наконец-то. В первую очередь нужно будет... Да. Как только нас там закроют, мы должны будем в первую очередь вытащить из петелек вот эти вот штыри и убежать оттуда нафиг. Это наша главная задача. Так, окей. Раз, два. Ну, давай, ну, тварь. Почему? Ой, блин, мразь какая, а? Ой, да поскорей. Давай, чертово говно. Ключ! Я ни разу еще не открывал сейф. Это что-то новенькое для меня. А там еще один ключ. Что за квестовая комната? Что я только что взял? Ключ от машины. Ага, мы сможем открыть багажник. Там что-то будет тоже. Давай, покажи, что там. Еще один ключ! Мастерки это от двери главной. Стоп, а может быть нужно, чтобы было всего лишь 2 шестеренки в кукольном домике, а не 3? Почему я запомнил 3, я не помню, если честно. Ну, пойдемте попробуем. Ух, я не уверен. Ключ! Одни ключи! А я нашел оружейный ключ. И теперь у меня вообще нет вариантов. Нет, один вариант все-таки еще есть. Нам надо найти эту записочку с кодом от замка. И тогда мы можем свалить отсюда. Может быть, вот тут и будет. Окей. Давайте грохнем эту бабку. Я должен ее грохнуть. Опа! Получилось? 30 секунд. Не падай на дротик. Кто тебя учил падать на дротик, тварина? Вот так Евгений расходует все, блин, секунды. Надо внимательно прошарить на предмет. Записочки. Она где-то должна быть. Где-то должна быть. Она нас точно продвинет. Погодите, нету? Блин, вся загвоздка в этой сраной записке, которой нету нигде. Охренеть, она появилась прямо там. Неужели я сейчас солью опять? Арбалетушка, иди ко мне. Вот так. Бабка, блин. На. Забираю. Что это? Паук? Я боюсь здесь находиться. Я вспомнил свой план. А именно шарить за картинами. На первом этаже попробуем. Мразь. Еще картины. Видите, а вот здесь что у нас? Без понятия. Нету. Найдись. Записочка. Как же так? Мне вот только ее не хватает, чтобы выбраться отсюда. Спрыгиваем вниз. Здесь вот прям вот 100 пудов нету, да? Все. Здесь 100 пудов нет. И 100 пудов тут нет. Нету ведь, да? Короче, сюда надо что-то положить. Ну как же так? Ну давай же. Нету. Блин. Это что же это такое? Кстати, я что подумал, а мы еще не пробовали с вами прям уехать на машине. Может быть, все-таки это наш шанс? Вот где заправляется.
Ага. Здесь все готово. Ой, здесь поторопиться бы. Ой, сныкаться бы. Мы открыли гараж. Может быть, теперь надо взять ключ от машины, да и просто попробовать уехать? Где ключ? Можно нажать старт и поехать. Нет, погодите. Во-первых, тут стена. Во-вторых, я не уйду, пока не сделаю вот это. Кто такая? А, Слендерина. Красотка. А теперь мне надо валить срочно, быстрее, в укрытие. Я усложнил себе жизнь. Да свали же, Евгений, отсюда. Да побыстрее. Ну что, бабка? Было весело. Ах, ты не хочешь, да, дать мне уйти? Да блин, мешает своей битой. А, черт, картки нужен. Фак, я куда его отнес? Куда я, блин, отнес его? Ой, сейчас запарюсь. Ключ. Вот от машины ключ. Ладно, сейчас придется еще раз ее убить. Пожалуйста. Ой, как я нервничаю. Нажать S. Нажать вперед. Нажать S. Пожалуйста, быстрей. Нажать вперед. Пожалуйста. Получилось! Domination! Простите, ребята, это было неприемлемо. Все-таки меня смотрят не только взрослые и состоятельные люди, но еще и детишки. Они не готовы видеть наготу. Я не могу. Зря это показал. Простите. Ваших родителей, надеюсь, не было. Короче, ладно, друзья. Я это сделал, и успех мой превышает. Я не знаю, буду ли я проходить через дверь. По-моему, с меня достаточно этих нервяков. Я хочу поиграть во что-то спокойное. Ну или другое нервное. Но не вот это, Грэнни. Может быть, если меня пропрет на пройти дверь, я пройду. А пока что будем считать, что все. Ну, блин, как хорошо. Как хорошо. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Я знаю, что вы в меня верили. Лайков дофигища понаставьте. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и чтобы не пропускать все уведомления. Потому что еще много прикольных видосов вас ждет. И очень надеюсь, что вы все посмотрите. Каждый абсолютно. И если вы здесь новенький, вы должны посмотреть все остальные 1500. Надо. С вами был Юджин. Люблю вас всех. И всем пять.